то я представляю следующего спикера, который прямо сейчас вам расскажет о наполнении вашей программы. Гарик Шповалов, самый голубоглазый в нашем проекте, и мы действительно этому очень рады. Аплодисменты Гарику. Ну что, друзья, не устали еще немножко, не загрузили вас, ребята, потому что у меня, наконец, добрались мы до сути, то, ради чего заказывают ведущих, да, ведь вы знаете, что правильно подобранный ведущий — это 90% успеха. Я расскажу вам о наполнении, о том, за что отвечает ведущий, потому что часто свадьбы бывают с артистами, бывают без артистов, и тогда все на плечах ведущих. Так вот, как же выбрать вам те самые конкурсы, да, чтобы это не было ниже пояса, чтобы это было прилично, чтобы гостям понравилось и чтобы это, так сказать, не старые бабушки на они были. Это очень важно. Я всегда придерживаюсь таких вещей. Когда вы общаетесь с ведущим, вам нужно оценить три качества. Первое — это его красноречие. Потому что часто ведущие, в наше время каждый выпуск института в ГИК, выходят актеры, выходят кинорежиссеры, и они думают, что они уже все, профессиональные ведущие. Наберут в интернете конкурсов, идут, рассказывают. Но что-то, какая-то ситуация, не знают, что сказать. Очень важно, как ведущий реагирует на разные ситуации. Вы сами знаете, что свадьба — это 6 часов импровизации по факту. Что-то случилось, разбили пирамиду шампанским, кто-то подскользнулся. Нужно как-то реагировать, и нужно как-то любую ситуацию обыгрывать. Еще немаловажным фактором является уверенность. Вот это, кстати, ребята тоже говорили, что на встрече вы обязательно должны оценить уверенность ведущего. Я уже говорил, что опытный от неопытного отличается именно этим фактором. Неопытный может набрать все, но он ни разу этого не проводил, он не знает подводных камней. Ведь один и тот же конкурс, допустим, я могу один и тот же конкурс провести в 5 разных вариациях. Когда гости сидят, когда гости стоят, когда они у меня по командам, когда уже принесли горячее и они покушали, им тяжело там что-то двигаться. Один и тот же конкурс я могу разложить на 5 вариантов, да? У меня есть в этом опыт, я уже 10 лет этим занимаюсь. Но если человек ведет там вторую, третью свадьбу, он прочитал правила в интернете, он даже не знает чисто теоретически, как это все проходит. У вас был такой, видимо, опыт, да? Вы смеетесь. Вот, потому что очень часто люди думают, что, знаете как, любой фотограф, любой студент, купивший камеру, думает, что он уже фотограф. То же самое сейчас происходит с ведущими. Очень важно оценить эти факторы. Второй момент. Вы понимаете, что ваши гости — это на самом деле разношерстная публика. Есть люди постарше, есть люди помоложе, есть молодежь, есть те, кто, так сказать, всегда зажигалочки. И программа должна быть рассчитана на все возраста. Очень важно с ведущим это обсудить. Да, обычно мы как делаем? Первые 2-3 часа мы работаем для всех, то есть в наших конкурсах могут участвовать и люди старшего поколения, и молодежь. Дальше обычно люди старшего поколения уже отходят, они садятся за столик, вспоминают, как вы маленькие бегали в одних трусиках под стол, или как вы познакомились, да, и уже здесь время молодежи. Программа должна быть расписана обязательно по этим пунктам. Следующий момент. Программа должна быть расписана по часам. Когда гости приходят в ресторан, да, они еще немножечко голодные, они гуляли, фотографировались, устали, они еще не выпивали. Нужно дать им немного времени. Да. Конкурсы здесь должны быть более какие-то сидячие или интеллектуальные. Второй блок — это уже после первого часа, после первого танца. Люди уже покушали, они уже полны сил, так сказать, они смотрят на вас, они могут вас слушать, потому что с голодными людьми, вы сами знаете, сложно о чем-то говорить. Третий блок — это уже танцевальные конкурсы. Когда вы все знаете, начинается дискотека, музыка, здесь вы уже не вызываете команды по частям, просто у вас, собственно, люди танцуют, веселятся, вы объявляете конкурс, проводите, раздаете призы, если они есть, и вечеринка продолжается. Очень важно, чтобы ведущий это учитывал в программе. Я всегда говорю слово «программа», да, есть некий сценарный план. Вы знаете, чем отличается сценарный план от сценария? Сценарий — это то, что детально прописано. И это, в принципе, ведущие редко предоставляют, потому что там, допустим, даже правила конкурсов, там прямая речь его, это вам, как клиенту, не нужно. Но что на первой встрече обязательно вы должны получить, ну, может быть, на второй, в крайнем случае, это сценарный план. Его еще называют таймингом. Но я называю сценарный план почему? Потому что это хронология того, что идет. Ведущий отвечает не только за конкурсную программу, он отвечает и за то, как вы начнете, как он объявит, как он представит, кто за кем идет, когда будет торт, когда букет, когда что, соответственно, когда зажжение семейного очага. Это очень важно. И в тайминге, вот в этом сценарном плане, все это прописано, да? Там просто написано приблизительное время и, соответственно, этапы. Также он там пишет, допустим, с 5 до 6 конкурсные игровые блоки, да? Он не указывает, какие именно, он не пишет правила. Это об этом, обо всем вы с ним поговорите уже на следующем свидании. Я это называю встреча с клиентом, всегда свидание. Вы это все обсудите, но сценарный план у вас должен быть, потому что вы должны понимать, что будет происходить на вашем мероприятии.
ведущий — это человек, который дает, знаете, детский конструктор Лего, да, все, я думаю, в детстве любили. Так вот, задача ведущего — дать вам детальки, показать, как это бывает, из чего может состоять ваша свадьба. А вы уже выберете, что вам взять, а что нет. Обязательно обсудите с ведущим все конкурсы. Я считаю, что совершенно неправильно, когда ведущий не рассказывает конкурсы. Бывают такие случаи, они говорят, будет приятный сюрприз. Но вот если не обсудить конкурсы, сюрприз действительно может быть приятным, в кавычках, да, когда бабушку заставят переодеться там в помидор там, или еще что-то. Вот. А потом обязательно при первой встрече и в дальнейшем спросите, какой уровень конкурсов у ведущего. Есть такое направление конкурсов, где нужно переодеваться, да, что-то, да. Вам это не нравится, все, вы сразу задвигаете для себя этого ведущего эти конкурсы. Хороший ведущий предложит вам огромное количество конкурсов. Вам останется только выбрать, потому что профессионал, он знает до 500, до 1000 конкурсов. Он вам все расскажет, все правила. А вы же выберете, собственно, что вам ближе, что вам нравится. Вам должен ваш ведущий нравиться. Вам должно нравиться, что он вам предлагает. У вас это первая свадьба, вы имеете право на любые вопросы. Вы заказчики. И вы рулите этим балом. Ну что, меня звали Гарик Шаповалов. Вот такой игровой блок. Ну а сейчас у нас немножечко интерактив. Бабушку переодеть в помидоры, это, конечно, что-то новое.